Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы играем в GTA 3. Очень-очень давно не играли, последний выпуск вышел в сентябре прошлого года. Я решил, потому что это GTA из этой трилогии для меня самая скучная, не так сильно тянет, как другие. Но другие, San Andreas и Vice City мы прошли, остается только ее допройти, тройку допройти, поэтому надо бы это сделать. Короче, сегодня будем выполнять задание Рэя Маховского. Или как там правильно его называть, не знаю. Давайте пометим. А зачем метку ставить? Он рядом же совсем. И сразу же полиция. Потому что пешеход помешал мне проехать нормально. Значит, встречать нам его, блин. Значит, встречать нам его нужно возле... В этих, в туалетах общественных. И это как-то странно очень. Silence the Sneak. Этот подонок Макферри брал больше взяток, чем все остальные. Он рассчитывает на почетную отставку в обмен на показания против нас. Стукач сраный, а? Он под вооруженной охраной в защите свидетелей в Ньюпорте за автостоянкой. Подожги квартиру, это выкрутит его наружу. Догони его и заставь замолчать навсегда. Ладно, сделаем. И дождик пошел. Блин, давненько я в GTA Trilogy не играл. Особенно пока это шли недели этого семестра в колледже. Надеюсь, я не разучился играть. Но я думаю, что нет. Так, ну, в принципе, GTA 3, вот этот ремастер, мне нравится, очень даже внешне нравится. Ночной город, вот этот, с фарами ночными выглядит довольно шикарно. Ой, а кто стреляет? А, я вспомнил эту миссию, блин. Надо вот что сделать. Нужно поставить автомобиль, загородить гараж ему. Не точно, не уверен, какой именно. По-моему, этот. Давайте загородим гараж. Чтобы он отсюда не уехал. И при этом стоит также... В какое именно окно? По-моему, в то. Чтобы не подорвать эту машину, и чтобы она... Блин. Ой! Блин, это небезопасное дело. Ну-ка. Чуть-чуть не долетело. Может, с дальнего, может, чуть-чуть подальше кидать. Да что за собака, а? 9 штук осталось. У меня закончиться могут. Да блин! Машину бы не взорвать эту. Машина немного повредилась уже. Да блин, нет, надо с дальнего, похоже, бросать расстояние. У меня что-то не долетает она. Ну-ка. Ой, только не в машину. Блин, как это тяжело, а. Вот кидать гранаты в GTA 4 только нормально стали. Даже в GTA San Andreas там система наитупейшая была. Может машину какую-нибудь подогнать сюда? Хотя довольно рискованно, потому что если попадет в машину, то это будет очень-очень печально. Вот, блин, я помню, когда первый раз сыграл, тоже кое-как, блин, закинул. Да, е-мое. Ну, тут надо прям вообще быть... Может, знаете, как надо? Может тут так... Закинь, да залезь на машину. Может, как-нибудь вот так попробовать? Не, плохой вариант.
Я не могу это сделать. И машина это теперь бесполезна в качестве. Сейчас и эту подорвет еще машину. Одна осталась. А это исчезло. В амунации. Амунация далеко. И, блин, я не умею кидать гранаты. О, наконец-то попал. Только машины никакой нету в гараже. Я придется как-то его... Вот так убивать. Хорошо, что у меня это оружие с собой было. Иначе пришлось бы гоняться бы за ним сейчас. О, блин, вот эта миссия была очень сложная. И вот система кидания гранат тут просто тупейшая вообще. Неудобная и вообще не рассчитанная. Сколько я на это минут, десятков минут потратил сейчас. Это третья попытка. Я вторую попытку тоже исчерпал гранаты все. Ладно, едем дальше. Посмотрим, что еще есть по заданиям. День даже наступил за это время. Arms shortage. Эй, сюда! Мой старый армейский друг организовал бизнес в Рокфорте. Мы с ним как-то служили. Давно. Вчера какие-то картельные сволочи избили его и сказали, что сегодня за товаром приедут. И ему нужно помочь, он в долгу не останется и даст тебе скидку на свой товар. Я бы сам помог, но у меня нерв расшалился. Короче, удачи тебе. Да, это не прикольно, конечно, что он в туалете в этот момент находится. Это задание тоже довольно сложное, но надо по... Но оно полегче немного, чем то. Это задание тоже далеко не с первого раза прошел. Посмотрим, как сейчас дело пойдет. Может повезет, может и нет. Да, вот этот, вот автобусы лучше всего подходили для того, чтобы заблокировать гараж. О, Рэй мне звонил, я думал, он пришлет побольше народа. Не могу поверить, что эти трусливые ублюдки снова оставили меня без прикрытия. Но три руки лучше, чем одна. Бери все, что потребуется. Колумбийцы скоро будут. А, это же Фил Кэссиди из GTA Vice City. Как раз таки в GTA Vice City в последнем выпуске ему оторвало руку. Там. Ох, черт, а, я горю, я горю. И меня убьют сейчас. Ну, блин. Слишком уж они сильные. Вот я и говорю, что задание сложное. И все за. Как жаль, что нельзя в танк сесть. Эй, блин, да что ж такое, а?
А, этот Фил теперь стрелял по мне, отлично. Ой, не то оружие. Да что ж такое? Короче, загородил машиной Фила, чтобы его так быстро не убили. Его убивают за несколько секунд буквально. Давайте, подходите. Отведайте силушки скорострельной. Покажитесь и примите вызов на бой честный. Достали. О, это реально помогло. Я скольких-то та убил. Ой. Сейчас оттуда полезут. Ну-ка. Отведайте силушки скорострельные. Наконец-то. Вот этот способ заградить машину, вот это спасло. Ох, если бы я тогда был в Никагаро, я бы не потерял бы руку. Или как он там сказал? Можешь и брать мое оружие со скидкой, если не понадобится оружие. С копами я все улажу. Пока сваливай. Фух, ну наконец-то. Вот этот план поставить грузовик сюда, это помогло. Потому что и, ну, и Фила этого за секунды убивали, просто за секунды. Давайте, дайте мне проехать. У них хорошие машины, я возьму одну. Так, едем к Рэю снова. У него целых 6 заданий. А мы только 2 выполнили. Правда, по-моему, последний из них разблокируется не сразу. А может и сразу, посмотрим. Да что ж такое? Рокстар у нас тут. Evidence dash. Я знаю одного очень важного человека, очень понимающего. У него экзотические вкусы и много денег, чтобы их удовлетворить. У него проблемы с законом, а меня не располагает весьма комментирующими фотографиями. С вечеринками в морге или что-то такое. Улики везут на другую сторону города. Тебе нужно протаранить машину с уликами и собрать все эти фотографии до единой. Как только соберешь все улики, оставь их в машине и взорви ее. Мы неплохо на этом заработаем. Да. Опять в туалете. И это не прикольно. А вот эту миссию я уже не помню. Я не помню вообще, что мне надо делать. Какую машину там надо таранить. И так далее. Но посмотрим. Но сейчас проверим. Надеюсь, это будет легче, чем обе предыдущих миссии. Так, улика выпала.
Ну да, это, наверное, будет проще. Только вот копов будет много, я чувствую. А, можно не выходить из машины. Разве что копы будут сильно мешать. Копы в GTA 3-то очень-очень опасные. Замечательно. И как я теперь... Вот это... Ну вот это... Тут я уже ни при чем. Это он сам упал туда. Ой, еще не дай бог. А он опять упал. Ой-ой, только вон и выпал. Мне не дадут забрать улику. Так, наконец-то я собрал все улики. Теперь надо как-то... метка не ставится во время задания. Иногда. Придется как-то самому находить эту мастерскую. Хотя зачем ее находить? Я же могу просто взять и в каком-нибудь укромном месте взорвать машину свою и все. Три очень сложных задания мы сегодня выполнили. Очень сложных. На остальные задания от Рэя пока не тянет. О, тут Дональд Лав появился. Ладно, в следующий раз тогда им займемся. Рэем Маховским закончим потом. Закончу чуть позже. Как-нибудь другой раз. Давайте нас закончим на этом. Я больше не могу. Эти три задания мне просто... Нервы немножко попадали. Спасибо за просмотр. С вас и господи. С меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал, влоговый канал, спойлеру ВКонтакте. Всем, и всем пока.